Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Президент Путин утвердил новые штрафы. Речь идет о взыскании за неоплату проезда по платной трассе. Для водителей легковых автомобилей его размер 1500 рублей, грузовых 5000. Штрафы будут приходить в виде писем счастья. Можно обойтись без них, если оплатить проезд в течение 20 суток. Трасса 101. А еще глава государства подписал поправки о дистанционном обжаловании штрафов за нарушение ПДД. Система должна заработать с 1 сентября 2021 года. Платформой для обжалования станет портал госуслуг. Для этого придется обзавестись квалифицированной электронной подписью. Услуга, разумеется, платная. Впрочем, ранее некоторые специалисты говорили, что новый порядок не исключит необходимости присутствия заявителя в суде. Трасса 101. Ушивать нечего. Еще один зарубежный автопроизводитель уходит из России. Honda заявила, что прекратит поставки новых машин в нашу страну в 2022 году. Разрыв связей не касается мотоциклов, а также послепродажного обслуживания авто. Сейчас японцы официально продают у нас два кроссовера CR-V и Pilot. Начальные ценники 2 300 000 и 3,5 миллиона рублей соответственно. Трасса 101. Спрос на новые электромобили в России в 2020 году вырос на 70 с лишним процентов, информирует издание «Авторевью». Но если называть конкретные цифры, то они до смешного малы. 500 с небольшим электрокаров против 300 в прошлом году. Данные за 11 месяцев. Наиболее популярным зеленым автомобилем остается Nissan Leaf. На втором месте кроссовер Audi e-tron, на третьем – Tesla. Трасса 101. Отцы поймут, сейчас в магазинах игрушек столько моделей автомобилей, что не знаешь, какую выбрать. А вообще, платят ли автопроизводителям за копирование внешнего вида машины? Оказывается, не всегда. Горьковский автозавод, например, отсудил почти 200 тысяч рублей у компании, которая продавала игрушечные 21-ю «Волгу» и «Тигр». Так что, приобретая очередную бибикалку, знайте, что вы можете являться соучастником нарушения чьих-то авторских прав. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.